find my purpose. No, I promise you this shit is fucking worthless. Hey, shawty was a demon, but an angel with the surface. Gave you my whole life, and now I'm trying to find my purpose. Don't know why I try with you, this shit is feeling worthless. I got no choice but to put my pain up in these verses. И на завтрак дали вот такой набор. И всем привет, с вами Travel Camel и Аня. И мы в Бразилии. Всего одна какая-то мучительная ночь на автобусе длиной в 12 часов. И мы добрались. К счастью, было не так страшно, как я думала. Сиденья раскладывались, плюс со мной не было соседа. Это очень помогло. Теперь задача добраться до размещения. Слава богу, меня согласились заселить в 10 утра. Топаем. Ребята, домой приехала в уши. Сразу же видно бедных людей, которые тут вокруг вокзала обитают. Не знаю, что тут происходит, разгоняют или поощряют, или просто стоят, болтают. Заселилась в апартаменты и больше всего мечтала доехать до Бразилии и купить местный кофе и выпить. И представляете? Он тут бесплатно, просто в качестве комплимента был. Сейчас будем пробовать. Мотивационные цитатки у меня тут на стенах. Насколько в Латинской Америке любят сахар? Сгущенку в шоколад заворачивать. Надо уметь. Начинается у нас город вот с таких граффити. Достопримечательность найденная номер один, церковь. За ней яркий пример характерных домов, которые я тут вижу. Вообще, первое ощущение, чувствую себя дико некомфортно. Пока кажется, что от 10 до 30% людей бездомные, которые сидят и лежат на улицах, и даже телефон доставать страшно. Супер некомфортно. Вроде центр, но пока ничего нельзя сказать. Как-то все, ничего характерного. Ни одного туриста пока не найдено. Следующая достопримечательность – театр. На самом деле меня пока захватывают магазины. Тут их очень много, все просто супер качество и стоит все очень дешево. Так что я немножко сбилась в пути в своем походе. Ну, плюс дождик накрапывает, так что делаю вид, что там прячусь. Вышли с вами на главную площадь. Выглядит достаточно необычно, хочу заметить. То есть, где наши любимые исторические здания? Вот тут только ютятся три среди конструктивизма и все. Кого-то тут просят освободить. Полиции желают смерти. В общем, такое даже звучит неловко. Тут по классике еще несколько людей отдыхает. Город, конечно, супер разнообразный в плане своих архитектурных решений. Хочется говорить просто вау от такой монументальности. Тебя прям давят эти колонны гигантские. Вот мужчина с голубем, женщиной голой на фоне пальм отдыхает. В музее антропологии говорят, ну что, пойдемте смотреть. Что я пока не могу понять, это то, что говоришь, я не говорю по-португальски. Они продолжают с тобой разговаривать. Мега странная экспозиция, как автор сгонял на одну заброшку, сделал примерно 100-500 фотографий и теперь выставляет камушки в разных ракурсах. Короче, новые сложности. Только вроде привыкли с вами к испанскому. Приехали в Бразилию, тут все на португальском. Зашла в музей происхождения видов и вообще ничего не понимаю. Фактически вся экспозиция состоит из картинок с подписями. Я была бы им очень признательна, если бы они это дублировали на английском, но нет. Блин, я реально как будто в детский сад пришла и смотрю на поделки. Нет, я понимаю, я сама вряд ли бы сделала лучше. Но слушайте, это как-то очень странно. Даже фотографии есть в подтверждение тому, что рандомные люди просто собрались и стали делать аппликации и поделки, на которые сейчас мы смотрим. Уровень выставки давайте оценим на третий класс, вторая четверть. Но лучше давайте из окна наблюдать за красивым видом. Вообще сделано как ворота, симпатично. С одной стороны музей искусств, с другой стороны музей антропологии. Знаю, что я уже давно хожу по бесплатным музеям, но я все еще продолжаю офигевать. Бесплатные музеи, как же круто. А вот это даже забавно. Просто миллион-миллион лягушат. Когда работы называются без названия, или название есть, но ты его не понимаешь, можно придумывать самой. Например, вот эта голубая фигня напоминает мне огромный поднос для завтрака. Что скажете? А вот это красиво. Это камень слева, а справа обожженная бумага.
А эта экспозиция называется «Маленькая подушка». Ну, я сразу подумала о финансовой подушке и поняла, что по мере того, как доллар растет, подушка-то все увеличивается. Вообще прикольно. Очень необычно. Я люблю, когда необычно. Чувствую себя Алисой в «Стране чудес». Ребят, вот тут пушка-бомба. Помните, я вам говорила, что терпеть не могу, когда много картин навешано, и ты не можешь определить, какая из них чья, надо там вглядываться, читать, что к чему, и непонятно вообще, что и зачем. Здесь везде портреты, все в разном стиле, и ты можешь сравнить стили и посмотреть, ну, условно, что тебе приятнее и интереснее. Мне офигенно нравится идея исполнения, прям вот респект. Ну вот, опять темные цвета пошли. Опять побежали дальше. Обидно, когда попадаешь на такие именитые выставки и не находишь ничего в этом для себя. Ну, то есть, мне прям непонятно и неинтересно. Вот. У вас такое бывало? А это одна из самых популярных достопримечательностей в городе – Розовый дом. Внутри торговые галереи с магазинами далеко не ширпотреба, а это авторские работы художников. В витрине сразу Madonna Style. Несколько этажей с работами современных художников. Практически маски-шоу. Ух ты, можно даже на балкончик выйти, поглазеть. Здание огромное, выставок тут представлена куча. Но, признаться честно, меня так ломает. Я думала, что я в автобусе более-менее нормально поспала и сегодня вытащу этот день. Ребят, сейчас 2 часа дня, я просто вообще мечтаю только о том, чтобы лечь и спать. И причем, если я пойду домой и лягу спать, я понимаю, что я поломаю весь режим и не увижу, собственно, город. Поэтому, превознемогая себя, идем на набережную. На набережной у нас тут памятник. В Перу, Чили, Аргентине неоднократно была свидетелем того, как там запихивали телефон себе либо в лифчик, либо в штаны. Ну, вот прям в буквальном смысле. И, соответственно, чаще всего в штаны. Это прям такой обычай, как носить телефон. Тут сколько ни хожу по улицам, просто нет людей с телефонами. Не знаю, куда они их прячут. Но вот они, во-первых, в них не смотрят, их не достают и не убирают, соответственно. Поэтому где они их хранят, прям секрет. Явно не в задних карманах джинс, никого-то с таким не видела. На набережной стоит памятник местной певице Элис Реджини. Хозяин апартаментов посоветовал мне вечером взять прогулку на закат на лодочке, но мне кажется, меня не хватит, ребят. Красиво-то как на набережной. И ветерок такой приятно прохладный. А то все душно да жарко. Смотрите, какие птички необычные. Река эта судоходная. Даже такие огромные танкера можно встретить. Знаете, я вообще мечтала, как приеду в Бразилию, буду сидеть, пить кайпериньо. Уже 3 месяца, как в Латинской Америке, и этого мало. И в принципе, полгода в поездке – это мало. Мир очень большой, а мы такие маленькие. И как все увидеть и посмотреть, я даже не представляю. И сколько денег на это надо иметь тоже. Так что пью кайпериньо, как и мечтала. Мне нравится, что продают или стакан, или сразу графин. Причем стакан, ну, пол-литра, не меньше. И соотношение кашасы, это бразильская водка, к спрайту и лайму, получается или 1:1, или 1:2, наверное. И я теперь понимаю, почему моя подруга, когда вернулась из Бразилии, устроила скандал в баре, говоря, вы забыли налить алкоголь туда. Потому что очень крепко. Я чувствую, я сейчас или усну, или взбодрюсь очень здорово. И дальше, или пойдем смотреть город, или все-таки пойдем в номер спать. Ребята, у меня тут роскошь по-бразильски. Короче, взяла хот-дог и кайпериньо на берегу. Как понимаете, кафе на берегу просто стоит охренительных денег. В общем, вот это все 600 рублей мне стоило. И вы посмотрите на размер хот-дога. Больше, чем моя рука, охренеть. Ребята, он еще охренеть какой вкусный. Тут горошек, кукуруза, кетчуп, сыр, майонез, зелень. Лук жареный. Просто офигенно.
Ну все, давайте возвращаться обратно в город. Нас там ждет кафедральный собор. Я научилась оценивать благополучие районов по степени охраны. Например, тут забор с острым верхом и электрическое напряжение. Даже на балконе второго этажа. Это значит, район не очень благополучный. Но при всем при этом они бы могли намотать колючую проволоку, тогда бы означало, что тут пипец. А раз нет колючей проволоки, все, ребят, считайте еще более-менее нормально. Это что это за древняя английская крепость тут у нас? Прям как из фильмов. Как будто ее не для жизни строили, а для заставки или сцен каких-нибудь. А это, походу, дом принцессы. Он явно был розовым, но принцесса постарела, поэтому он чуть-чуть пообшарпался. Не знаю, насколько популярно тут коммунистическое движение, но вот такой плакат на улице я увидела не первый раз. Иду-иду, знаю, здание какое-то шикарное, оказывается, школа техническая. Ну, колледж получается. Давайте буду меньше снимать какашки и спящих на улице людей, и больше красивые старые здания. О, среди невнятных построек классический фасад португальской архитектуры с азулежу, плиткой. Тут не так много старых зданий, и жалко, когда их видишь в таком состоянии. Шла-шла, увидела, люди толпятся около здания. Написано «Пинакотека». В Мюнхене пинакотека — это выставка картин. Решила зайти. Оказалось, что это выставка фотографий. Вот ледник Перита Морена, который мы с вами видели в Аргентине. Удивительно, что выставку может организовать каждый. Типа это не какой-то суперизвестный человек, но любопытно посмотреть. Кубизм может быть и в фотографиях. Например, так. Или так. Несмотря на то, что выставка фотографий нашла экземпляр Дон Кихота 1869 года. Вы посмотрите, какая красота. Кроме монет, я собираю бумажки. У меня есть бумажки со всех концов света, где я была. И так смешно, когда предлагают купить постеры или стикеры, потому что я такая: ребят, вы мне дали бумажку. У меня уже есть. То есть для меня это билеты, билеты на самолет, проход в какие-то, на какие-то экскурсии. Это могут быть даже чеки. Правда, чеки, я заметила, очень доцветают со временем. Но тем не менее, храню все бумажки до тех пор, пока они не испортятся. Еще не знаю, что это, но такое большое и красивое мне надо. Прикольно, у них суд соседствует с кафедральным собором. Все рассудит или бог, или смертные. Я прям жалею, что нас в суд с вами не пустили. Там явно что-то очень красивое. Так, пока я наслаждалась Фемидой, пропустила, как невеста выходила из церкви. Или выходит. Непонятно. Ну, вообще, надо отдать должное португальцам. Спасибо, что построили такую красоту, да? Ну, или испанцам, кто там постарался. А, все поняла, ничего мы не пропустили. Тут съемки идут, как невеста выходит из машины. Поэтому они это делают 100-500 раз. Та-дам! А это если ближе. Церемонии, свадьбы в разных странах везде одинаково. Вначале пофоткаем невесту. Нормальные автопати у свадьбы. С ковром. Уважаем. Не, ну церковь очень красивая. Прям мозаика, выложены иконы на фасаде. Это прям что-то. Старые здания рядышком опять соседствуют с новыми. Ну как есть, ребят. Вот так вот тут. А потом неожиданно на площади я заметила скейтеров. И в попытках заснять хороший кадр с удачными прыжками зависла с ребятами надолго. Музыка у них была хорошая, сидеть было удобно и тепло, так что я залипла. Being so damn big hearted, baby, that shit ain't gon' get you too far. Paranoid bitch, I'm tweaking, locking myself in my home. And I don't wanna go to no parties, but baby, so don't send invites to my phone. She say I'm an asshole for no reason, cause I just wanna be left alone. Quit being so damn big hearted, baby, that shit ain't gon' get you too far. Shit ain't gon' get you too far. I could read you like a book, cause you don't ever wanna say shit. You yelling, making people look. Bitch, this our own conversation. Perfect pictures on the ground, but we all know you fake it. Now I'm posted with a bad bitch, slim dick. Маленький такой скромненький театр на главной площади, даже архитектура не выделяется особо.
Ребят, ну это чисто Португалия. Просто чисто Португалия вторгнулась на территорию Бразилии. Ну. И еще один маленький жук тут притаился. Вроде жуков давно не было. Давайте подснимем. Пес белого называется лавочка. Хотите там хот-дог? Я нет. Город расположен на маленьких-маленьких возвышениях. Но если смотреть в горизонт, там небо такое низкое. И облака такие низкие, что кажется, что мы где-то высоко. А самое сложное для меня по-прежнему говорить не gracias, а obrigado. А еще ужасно давно не видела женщин на каблуках. А за сегодня сразу две. Ну, конечно, бразильянки. Мне кажется, у нас с вами на сегодня все. Я устала как собака, время 5 вечера. Вот-вот начнется закат. Мне бы еще что-нибудь купить на ужин и добрести до моего номера. Безусловно, мы видели не все. Но, ребят, брать лучшее из каждого дня – наш девиз. Спасибо, что были со мной сегодня. Пока-пока.